Сама роспись началась еще 14 марта. Уличные художники работают в новом для них качестве. Им предстоит создать огромное коллективное полотно и не на городских стенах, а в музее Пермь. Я получаю удовольствие, когда рисую и на улице, и в музее. Стараюсь изобразить энергию, которую, как бы, ну, которую чувствую внутри. В технике, которую я уже придумываю несколько лет. Ну, получается, я экспериментирую с разными инструментами. Вот, допустим, в основном я сейчас делал рисунок шпателем. Растяжки прям делал, такие фактурные. Выставка «Транзитная зона» станет очередной для музея Пермь и последней в этом здании. А все рисунки 30 уличных художников останутся здесь и после переезда музея в новое помещение. Художники, которых мы сюда пригласили, создадут одно большое полотно, которое займет практически все стены музея. И эта выставка продлится здесь до конца мая, уже, видимо, после того, как музей покинет речной вокзал и переедет на новое помещение. Будет создано 32 произведения транзитной зоны. Здесь все направления и стили стрит-арта уличных художников из разных городов нашей страны: Екатеринбурга, Перми, Москвы и области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани. Такая совместка художника и каллиграфа, соответственно, и такой же рисунок, человек, пишущий каллиграфию, стих. Там написано о том, что кто нас поймет, кто нас услышит, только сердце может видеть, только душа может слышать. Я очень люблю геометрические пространства, с помощью чего я туда еще внедряю чертовую композицию и также идею транзитной зоны. Но как бы, в конечном результате она очень абстрактная картинка, потому что каждый ее увидит по-своему. Транзитная зона – это все направления стрит-арта. Задача проекта – дать наиболее полное представление о разных пластах уличного искусства. В стенах музея современного искусства и собранные в одном месте, как бы в одно художественное высказывание, они обретут новые смыслы. Мы, конечно, в первую очередь прощаемся с созданием речного вокзала, оставляем его на произвол судьбы, можно сказать, которая будет зависеть уже не от нас, а мы продолжим деятельность в другом помещении по адресу Пермская, 68. Транзитная зона в речном откроется сегодня в 7 вечера. В рамках выставки музей Пермь обещает и ряд специальных событий: кинопрограмму о стрит-арте, виртуальное путешествие по проектам уличных художников России, программу современного танца и детских мастерских.